посылку получил, благодарю. Нашел подарочные семена и среди них грушу сварог. То есть, ну, я хитрый, я это самое, сую даже то, чего не просят. Семена нужно порастить и привить на уссурийскую грушу в течение 2 года. Я на этот вопрос отвечаю отрицательно. Груша сварог имеет своих этих самых предков грушу уссурийскую. Она и так не самая сладкая. Привейте на уссурийскую грушу, никогда не замерзнет, а сохранит ли хотя бы те качества, которые есть, то есть молодые они съедобны, а постарше уже, чем старше, тем хуже. Так, поэтому, почему я навязываю, это уже второй вопрос. То есть я ответил почти отрицательно. Вот, из семечка вырастили, перенесли на еще на уссурийскую, там вообще может оказаться чисто уссурийка. Вот. И второй вопрос. Через сколько лет можно привить садинку? Садинку, может. Может, это саженец. И семечко, чтобы сохранить качество груши сварог. Дело в том, что я бы на вашем месте грушу сварог использовал как подвой. Вот. Почему? Сверху на нее ляжет, так сказать, невольный супруг, какая-нибудь из роскошнейших груш. Сварог обеспечит морозостойкость почти такую же, как груша уссурийская. Раз. Сварог еще чуть более культурнее, значит, чем уссурийская. Значит, он еще лучше будет сращивание, биологическая совместимость. 2. Так. А у сварога есть половой супруг, это рядом, те дерево, с которым брал, самое близкое к нему дерево, это огромное нарядное эфимово с красными грушами вкусными. Так получается, мои семечки, это уже часть из них. Какие-то пойдут в сварог, какие-то в нарядные эфимово, какие-то промежуточные варианты. Но естественно, что там будут и шедевры, и совершенно как бы даже новые сорта, будущие сорта. Поэтому мой совет, часть довести до плодоношения, если вы, например, волшебник. А если вы твердо стоите на ногах, вы его просто используете как подвой для сладких груш. Это сочетание даст вам, привои будут такие прекрасные груши, сварог их никогда не испортит, подвой. Вот так я вас и прошу. А первый вариант я отметаю.